сейчас мы едем в Железногорск с моим братиком Кириллом. Привет. Горск называют так, потому что там добывают железную руду. Смотрите, как тут красиво. Вон, видите, какой лес. Какая красота. Кстати, забыл сказать, с нами еще едет Марсель. А вот мы проезжаем город Пласк. Да, большой. Мне кажется, город Пласк это поселок. Ведь дальше... А, нет. А вот Марсель мучает моего братика Кирилла. Марсель смешно. То Марсель мучил Кирилла, теперь Кирилл мучает Марселя. Вы только посмотрите, какое гигантское поле. А там-то вообще дальше к горизонту поле. А вот мы и приехали в Железногорск. А сейчас мы будем рыбачить. Перед рыбалкой мы заселимся в дом. Со мной в приключении Ника. Кстати, забыл вам сказать, что с нами в приключениях маленький Денисик. Понятно. Вот наши соседи, вот соседи, вот откачивают соседей что-то, не знаю что. Ну ладно. Беседка наша. Мангал. Ладно. А вот тетя Даша. Привет! А вот к нам прилетел майский жук. Смотрите, лес папоротников. Кстати, папоротники это самые древнейшие растения, которые сейчас существуют. Да, столько папоротников. Попробую забраться в этот папоротниковый лес. А вот мы и дошли до пляжа. Бабушка с внуком. Вот он. О, охранник. И братва. Строим замки. Строим замки. На дереве. Леша с Кириллом играет. Бабушка с Марселем. Ищем друзей наших. Кто здесь замок обороняет? Кто-кто в домике живет? Ха-ха! Опа, опа! Домик на дереве. Дерево в домике. Милая девочка, которая обещает всех порубить. Thank you.
Доброе утро. Где наша? Вот наша братва. Привет. Привет. Что у нас на завтрак? Сырники. Сырники. Вкусные? Вкусные. Выспались? Спали хорошо? А? К бою готовы? Какие сегодня планы? Сегодня планы погулять, поиграть с Марселем и поиграть в пиратов, и порыбачить. Ну, еще пожарить. И пожарить шашлык. Даша стоит, ловит рыбу. А вот там вот у нас рыба. А вот Кирилл опять смешает Лёше, рыбачит. Да ты чего делаешь, Кирилл? Марсель спустился, да? Рыбачит. Ну что, поднимешься сам, а? Вода. Марсель, пойдем? И Марсель. Вот Марсель. А вот бабушка Оля. Привет. А сейчас дед делает подкормку. Я не очень понимаю, что это, но понял немного, что это рыба подплывает и это едят. Чтобы мы рыбалку удалось получить. Даже Марсель пришел смотреть, что это такое. Рыбу до сих пор ловят рыбаки. И деда Юра присоединился. Ого! Смотрите, какую мы рыбу поймали. И это я сам. Не помогал. Я тихо пробрался и сам поймал. А я что, не помогала, что ли? Ну да, и Ника поймала, а никто другой не помогал. Вот мы вместе поймали. Интересно, как во второй удочке? Смотрим, где наши рыбаки. Опа, первый рыбак. Посмотрим, как там остальные рыбаки. Ну, Платош, привет, рассказывай. Что тут у тебя? Я рыбачу. А ты один? С Никой. С Никой. Она тебе помогает, да? Да. Привет, привет, Ника. Ну, давай посмотрим, что сегодня поймали. Ну, показывай. У нас три слоя. Три слоя? Да. Ох, наловили. И вот защита. Давай, показывай. Во, сколько рыбы. Класс. Молодцы. Но ты ж сегодня поймал одну рыбку. Да? Ну, молодец. Нравится? Да. Супер. Смотрите, рыба клюет. Ну, показываю улов. Супер. Вот сколько рыбки. Молодец. Смотрите, самый главный. А там, видимо, вода у них, которую они пьют. Привет. Да перестань ты попой меня махать. А тут главный все время так идет. Дышь, дышь, дышь. А
Маленький. Вот и Лёша. А мне куда? Ну это уж точно лодка. Гигантская, да заодно красивый вид. Вот мы на лодке. Мы что, Лёша гребёт. Не, мы не угнали. Что там угнали? Да, красиво. И Лёша. Да, вид, конечно, отличный. А вот мы выезжаем из